никаких сомнений. Делать или не делать, пойти или не пойти, так и остается где-то на всем плохом пути. Кто-то успел выйти замуж и уже развестись, кого-то обратили в секту под предлогом, чтобы спастись. Кто-то верит в магию и предсказания, кто-то в тюрьме отбывает свое четвертое наказание. Кто-то не переносит на дух Чехова и Толстого, слушает шансон и не понимает, что в этом такого. Кто-то не помогает спасти, не спасти, кто-то обиделся на меня и никак не может простить. Его родители хотели, чтобы он стал врачом, но он вымышлялся для них, а в итоге стал продавцом. Кто-то на полном серьезе сочиняет детские сказки, кто-то умер, не дожив 20, я не сгущаю краски. Кого-то и не вспомнить уже, как зовут, а кто-то в интернете постоянно пишет, тут как тут. Кто-то работает в милиции, нюхает кокаин, у кого-то умерли родители, и он остался один. Кто-то остался в Испании, как нелегальный иммигрант, кто-то работает в видео, продавец-консультант. Кого-то жизнь в провинции вполне устраивает, кому-то нужен мегаполис, и он в итоге сваливает. Кто-то фото жены на рабочем столе ставит в рамку, а кто-то хочет развода и не может тянуть эту лямку. Та, что была красавицей, превратилась в толстую тетку, раз в неделю сама покупает для мужа водку. Она сидит в социальных сетях и вспоминает, что было тогда. Деревья были большими, да, 11-я весна. Он подобрал ей песни и под гитару спел. Сейчас он служит в ВДВ и совсем отупел. Тогда казалось, что так или иначе все будет в порядке. Казалось, что нет ничего вообще этой детской площадки. Казалось, что все потом сложится и все получится. На чужих ошибках мы не учились и на своих не учимся. Походы по местам детства стали как походы в музей. У меня стало больше знакомых, у меня осталось мало друзей. И несмотря на ностальгические формы радости, жить в прошлом — это первый признак старости.